Несмотря на то, что ученые подтверждают заселение Европы Homo sapiens из Азии, в научных кругах европейских историков, Европа, центристов, продолжает существовать теория расселения Homo sapiens из Европы в Азию примерно 7 тысяч лет назад. Однако это противоречит климатическим, археологическим и генетическим данным, во-первых, европейская территория Земли в последний ледниковый период освободилась от ледника значительно позже азиатской, примерно 17 тысяч лет назад. Азиатская освободилась на 3000 лет раньше. Поэтому заселение человека кроманьонцев в Европу произошло несколько позже, чем заселение Сибири, в силу климатических параметров. И основной вектор расселения кроманьонцев был из Центральной Азии в Европу, а не наоборот. Во-вторых, на основании генетических данных вай ДНК большинства европейцев, выяснилось, что они генетически принадлежат к гоплогруппе R1B, которая была обнаружена в Сибири. Село Мальта, возраст которой 20 тысячи лет. Это обстоятельство подтвердило данные о направлении расселения европеоидных кроманьонцев из Азии в Европу. Лингвисты считают, что изначально носители генетического маркера R1B были тюркоязычными. У европейцев, где гоплогруппа R1B имеет высокий процент, индоевропейская языковая семья, например, у немцев 50%, ирландцев 80%, англичан 62%, испанцев 68%, французов 50%, обнаруживаются следы тюркского лексикона. Конечно, существуют явные тюркизмы в английском языке, такие слова как «кан», «лэки», «мэмэлук», «пэша», «сейбр», «алэн», базар Но стоит обратить внимание на корни слов скрытых тюркизмов, которые невозможно не заметить, а также признать случайным совпадением. Некоторые скрытые тюркизмы приведены в таблице. подтверждение того, что древние носители генетического маркера R1B говорили на тюркском языке, служит то обстоятельство, что почти все тюркоязычные народы имеют достаточно высокий процент носителей гоплогруппы R1B, например, башкиры до 60%. Поэтому ученые-лингвисты обнаруживают следы тюркского лексикона в индоевропейских языках и считают, что эти тюркизмы попали в их языки из Азии через носителей гоплогруппы R1B. В книге Ю. Дроздова, тюркскоязычный период европейской истории, приводятся доказательства о существовании тюркскоязычного периода. Итак, генетика против фальсификации истории в генетике все человечество разложено на 20 основных гоплогрупп или родов по буквам от А до Т, всего 20 букв. Причем гоплогруппы расположены во временном порядке по алфавиту, предыдущие буквы соответствуют более древнему происхождению группы. Каждая новая, последующая гоплогруппа, соответствует новой мутации гена и появлению нового рода. Таким образом, гаплогруппа Q является родительской для гаплогруппы R, и она наследует какие-то генетические и лингвистические признаки от родительской группы. Гаплогруппа Q в наше время широко распространена в Центральной Азии у туркмен до 70%, казахов или у носителей агглютинативных тюркских языков. Гаплогруппа Q является родительской для гаплогруппы R1A, возраст которой датируется 30-25 тысяч лет. Родиной данной гаплогруппы считается Центральная Азия. Ученые генетики признают сходство древних генетических маркеров у народов Центральной Азии с маркерами аборигенов обитателей бронзового века Южной Сибири. На основе анализа данных ВАЙ, ДНК генеалогии тюркскоязычных народов по Волжье, Сибири, Кавказа и Центральной Азии установлено, что гоплогруппа R1A изначально была древнетюркской гоплогруппой и носители ее были европеоиды 2. Генетические данные современных тюркских народов, имеющих гоплогруппу R1A, таких как катоны, монголоязычные уйгуры – 82%, киргизы – 63%. Шорцы – 58,8%, алтайцы – 53%, татары – 34,1%, чуваши – 31,6%. Узбеки 30%, уйгуры 28,6%, хакасы 28,3%, карачаевцы 27.

Практически все генетические данные по алтайцам, киргизам показывают их генетическую связь с андроновскими и тагарскими генами. Тот факт, что у всех древних мужчин, захороненных в евразийских курганах, обнаружена эта гоплогруппа, является еще одним доказательством того, что так называемые андроновцы, афанасьевцы, тагарцы, бегазы, дандебаевцы, их потомки пазырыкцы, скифы, родственные к скифам сарматы, аланы были древними предками современных тюрков. В современной официальной историографии происхождения тюрков нет ни каменной, ни бронзовых эпох, и они, получается, упали с неба готовыми кочевниками в Забайкалье и на Алтай в начале нашей эры. Самое интересное, что в Сибири и Казахстане нет ни одной иранской археологической культуры. Все культуры – Андроновская, Тагарская, Тасмалинская, Бегазы, Дандыбаевская и скифские курганы Железного века – имеют каменные оградки на могилах, поэтому и эти культуры автохтонны и эта традиция. Строить оградки сохранилось у тюркских народов. На территории Сибири и Казахстана не обнаружено никаких артефактов или следов пребывания, вторжения индоиранских племен, нет могильных башен молчания и дольменов. Нет следов вторжения других культур, кроме культуры плиточных могил, носителей гоплогруппы С3, язык носителей которой, как установлено, близкий к монгольскому. Историки древнего мира, а в основном это археологи, имеют дело с артефактами, которые сохранились на земле или под землей, так как письменных фактов очень мало. Поэтому главными артефактами становятся могилы предков. Предки тюрков строили курганы и каменные оградки у могил, которыми огораживали мир мертвых, а руахов от живых. В дальнейшем могилы тюрков, в позднем периоде бронзового века, превратились в мегалитические мавзолеи, где поклонялись духу предков, для этого строили дромос, проход в склеп. А затем каменные порталы, которые являются переходом из мира живых в мир мертвых. В склепе тюрка имеется казан, эта традиция идет от скифов, как центр мироздания потустороннего мира. В позднее средневековье стали строить голубые купола, как символ неба, тенгри. Эта традиция возникла в среде кочевников Центральной Азии и сохранена по сей день у многих тюркских народов. Именно в этих племенах бронзового века, андроновцев, которые в основном состояли из носителей генетического маркера R1A, первых охотников и собирателей, как выяснилось, зародилась кочевая цивилизация евразийцев, или они были первыми скотоводами, кочевниками. Эти первые скотоводы, кочевники и их предки были новаторами, они одомашнили лошадь, изобрели колесо, освоили металлургию, создали колесницы, изобрели уздечку, седло, стремена создали образы неповторимого звериного стиля в искусстве, изобрели юрту и перешли на еляжное скотоводство. Они употребляли в пищу канину и пили кумыс. В исторической науке в 20 веке эти кочевники получили имя ариев или арийцев. Первые сведения об арийских племенах содержатся в книге Авеста, где в частности написано, что зима на землях арийцев – холодная и снежная и длится полгода. На основании того, что книга арийцев Авеста сохранилась на иранском языке, считают, что арии или арийцы были ираноязычные и имеют индоевропейские корни. Несмотря на то, что Авеста или Ригведа написаны на иранском, индоевропейском языке, это не дает оснований утверждать, что андроновцы и тагарцы говорили на одном из диалектов иранского языка. Но так считают историки иранисты. Однако не все ученые, археологи и историки утверждали, что андроновцы были ираноязычны, например, археологс. С. Черников занимал первоначально иную позицию, Т. Е. Он считал, что носители андроновской культуры, скорее всего, говорили на одном из древнейших диалектах тюркских языков, Черников, 1957, потом писал, что андроновцы, вероятно, относятся этнически к разноязычным племенам, Черников, 1960. Другие ученые-тюркологи Д. Верхотуров, Город, Гумбатов, М. Закиев и Мизиев в своих работах опровергают скифа иранскую теорию. Для доказательства языковой принадлежности андроновцев требуются письменные источники или другие косвенные доказательства. Сохранившиеся артефакты дают только представление о хозяйственной, религиозной, бытовой деятельности общества, которые для иранцев и туранцев были абсолютно разными. Такие древние письменные свидетельства о тюркоязычии потомков андроновцев-кочевников, арийцев, имеются в китайских источниках. Как пишет академик Аскаров, основываясь на анализе древнекитайских письменных источников, в записках «Ши. Царство Северного Китая. Ша. 2205. 1766, Шонг 1766, 1122 и Джоу 1122, 771 в северо. Западные границы во второй половине 3 и на протяжении 2000. ДН. Э. Под названиями Ху, Ди, Хун и Телек жили тюркоязычные скотоводческие племена, которые имели своего хана. Они в китайских иероглифах, хотя произносились по-разному, но принадлежность их к тюркскому этносу не вызывает сомнений. Именно в этом периоде на территории Южной Сибири сложились две археологические культуры, на востоке Южной Сибири глазковская культура, а на западе Андроновская, окладников, 1955. Кроме того, по сообщению профессора А. Хаджаева в последние годы китайские и японские ученые проводили серьезные совместные исследования над 24-томной историей Китая, Р. Сиши, и установили, что термин «тюрк» в разных вариантах встречается в китайских источниках, начиная с 2205 года до Н. Э. Т. Я более 4000 лет назад, Хаджаев, 2003. Сохранившаяся копия Авесты, найденная в Иране, датируется пятью, шестым веком до нашей эры. В этот период на территории Ирана и ряда прилегающих территорий широко распространена была религия зороастризм. Население Ирана было оседлым, занималось земледелием, в отличие от кочевников, имевших другую культуру. Оседлые земледельцы находились во враждебных отношениях с кочевниками, которые часто нападали на оседлоземледельцев и торговцев на территории Средней Азии образовались совершенно разные, позже называемые цивилизация кочевников туранцев и цивилизация оседлоземледельцев иранцев. Причем кочевники были мобильными, имели колесницы, металлические кинжалы и наконечники стрел, и они пришли из сурового северного климата, поэтому были более выносливы и воинственны. Принципиальное отличие в археологических культурах ариев туранцев и земледельцев иранцев заключается в их представлении о жизни после смерти. Могила арийца представляет собой курган, окруженный каменной оградкой, в которой обитает дух похороненного воина. В могиле арийцы должны быть сопроводительные предметы быта лошадь, посуда с продуктами, оружие, казан, как центр очага в потустороннем мире. Археологи давно установили, даже без генетики, что кочевники из Центральной Азии скифы и сарматы являются автохтонами людей бронзовой культуры, андроновцев, тагарцев, бегазы-дандебайцев которые также строили курганы, делали каменные оградки вокруг могил, клали в могилу провизию и оружие, они также верили в существование загробной жизни и духов предков. Эти представления в точности совпадают с тенгрианством или верой о существовании духа предков аруахов. Зарастрийцы же, напротив, имели другую философию, после смерти человека тело не хоронили, а выставляли на съедение птицам, падальщикам. Считалось, что тело человека, если его хоронить в земле, оскверняет землю. Оставшиеся кости хранили в специально построенных башнях молчания, дольменах или дома, в специальных ящиках-ассуариях. Эти принципиальные отличия в культурах иранцев и туранцев позволяют сделать выводы о разных корнях происхождения культур и, конечно же, различиях в языках. Антропология евразийского кочевника и кто такие арийцы, начиная с бронзового века, 3000 лет до Н. -E, на территории Южной Сибири, просторах Монголии и Казахстана. При зарождении кочевой цивилизации Центральной Азии происходили этнические процессы смешения степных культур, монголоидных носителей гоплогруппы С3, культура плиточных могил и также монголоидной, финоугорской гоплогруппы Н, с европеоидными носителями гоплогруппы R1A, андроновская, тагарская, тасмалинская культура. Вторжение носителей С3, как предполагают ученые, произошло путем их миграции на север из юга, Восточной Азии двумя путями, вдоль побережья Тихого океана и через территорию Центральной Азии. Такое крупно, масштабное смешение, продолжавшееся более тысячи лет в борьбе за пастбище, привели к возникновению степной арийской культуры воинственных туранцев. В конечном итоге, носители гоплогруппы R1A на территории Турана частично ассимилировали S3, этим объясняется влияние тюркского языка на носителей гоплогруппы S3 в Монголии. Гоплогруппа S3 в настоящее время у тюрков считается монгольским следом. Кстати, Чингисхан и его потомки являются носителями гоплогруппы S3. У европейских народов ее нет, ее также нет у западных тюрков, азербайджанцев, балкарцев, кумыков, гагаузов, так как они не имели контакты с восточными тюками. Таким образом, начиная с раннего Железного века или за одну тысячу лет до нашей эры, антропологический тип арийца уже не был чисто европеоидным. Саки, скифы, сарматы, как показывают археологические данные, имели до 10% монголоидные черепа. Предковый генетический маркер арийца, или первые носители гоплогруппы R1A, изначально были европеоидами. Незначительная монголоидность, до 15% арийцев в начале нашей эры подтверждается исследованиями антрополога О. Исмагулова 4. Начиная с периода ранних кочевников, военное дело считалось престижным и прибыльным, поэтому с раннего детства из детей воспитывали воинов, а основной ценной добычей в войне стали женщины. Воспитание в духе преданности к традициям защитников-соплеменников очень характерно для тюркоязычных племен. В конечном итоге, воинственный боевой дух привел к появлению конных воинов, арийцев, завоевание ими чужеземных территорий превратилось в важный источник обогащения скотоводческих племен именно эти военные конники скотоводческих племен чувствовали себя вольными и свободными в жизни, чувствовали себя и экономически, и политически независимыми азадами, арийцами. Социальная среда диктовала принципы воспитания из каждого юноши, рыцаря, это воспитание должно было завершиться формированием истинного арийца. Отсюда сложилось понятие об арийцах как о защитниках народа, что является типичным социальным явлением развития кочевого этапа жизни скотоводческих племен когда начал складываться инициативный и рассудительный слой общества, аристократический пласт воинов, только что рождаемого раннеклассового общества. Никаких расовых или антропологических нагрузок этот термин не имел.